Акционерная финансовая корпорация «Система» перечислила «Башнефти» первые 20 миллиардов рублей в рамках мирового соглашения. Документ зарегистрировал арбитражный суд республики. По мировому соглашению «Система» обязалась возместить «Башнефти» 100 миллиардов рублей убытков из-за ее реорганизации, которая прошла в 2014 году тремя траншами. Оставшиеся 80 миллиардов компания должна перечислить двумя равными частями по 40 миллиардов рублей до 28 февраля и 30 марта 2018 года соответственно. Привлечь средства на выплату помогут Российский фонд прямых инвестиций и Сбербанк. 26 декабря Управление Федеральной службы судебных приставов по Москве отменило ограничения на получение дивидендов по принадлежащим системе активам, в том числе МТС. Та, в свою очередь, выплатила системе 16,5 миллиардов рублей дивидендов за 2016 год и первое полугодие 2017 года.